Здравствуйте! В сегодняшнем видео я отвечаю на вопрос, в чем разница между словами «са» и «сёля» и существует ли она вообще. Так, слова «са» и «сёля» имеют одинаковый перевод, и переводятся они как «это». Но в одном случае вы используете «са», а в другом «сёля». С чем это связано? Я вот уверена, что вы точно встречали слово «са». Например, в вопросе «сова? Как дела?». И это не случайно, так как «са» является разговорной формой от слова «сёля». Иными словами, «са» и «сёля» имеют одинаковое значение, а вся разница между ними состоит в том, что они используются в разных стилях речи. «Са» используется в разговорном стиле речи, а «сёля» в официально-деловом.